Недавно в датском Хернинге проходил чемпионат Европы по плаванию, где сборная России блистала. Почти в то же время для лучших молодых пловцов были проведены свои состязания. На берегах Волги с 15 по 18 декабря состоялись всероссийские соревнования среди юношей и девушек, участниками которых стали более 600 спортсменов со всех уголков страны. Юные жители Ленинского района в составе сборной Московской области выступили не просто достойно. Воспитанникам спортивно-образовательного центра «Дельфин» был установлен новый рекорд. Евгений Рылов занимается плаванием с 6-летнего возраста. Последние 7 лет тренируется в оздоровительном центре «Дельфин» профессионально. На его счету немало спортивных побед. И в свои 17 Женя не только мастер спорта. Он входит в юношескую сборную Московской области по плаванию. На декабрьских всероссийских соревнованиях талантливый спортсмен установил 2 новых юношеских рекорда России. Он забрал рекорд России у достаточно серьезных спортсменов. Это там как Донец, Аркадий Ветчанин. Ну, в дальнейшем они стали призерами Олимпийских игр все. Участвовали очень профессиональные соперники. Было довольно тяжело вырываться в лидеры. Но за счет тренировок и наставления тренера я смог победить. Эта победа – результат упорного труда и движения к поставленной цели, невзирая на преграды и сложности. Директора центра «Дельфин» уверяли, подготовить чемпиона на малой воде невозможно. А Женя в начале спортивной карьеры был забракован Федерацией по плаванию из-за небольшого роста. А мы верили всегда, что ребята будут чемпионами. Главное их любить, им помогать. Они чтоб работали. Сейчас пловцы «Дельфина» Женя, Александр Подгузов, вышедший в полуфинал всероссийских соревнований, и Саша Босягин начинают подготовку к европейскому первенству. 12 мая отбор на Европу и на Олимпийские игры на юношеские, которые пройдут в Китае. В принципе, наша задача отобраться не только Жене, да, но еще у нас есть, ну, хотя бы еще одним спортсменом с нашего центра «Дельфин», чтобы поехать на Европу. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».